Начинаем выпуск с ЧП в Атырау, где этим утром сначала загорелась, а затем взорвалась автозаправочная станция. Момент мощного хлопка газовоздушной смеси во время наполнения емкостей запечатлел на камеру мобильного телефона один из очевидцев. Сообщается, как минимум о 4 пострадавших. Это сотрудница заправки, водитель автомашины с цистерной, а также 2 сотрудников противопожарной службы. Их экстренно госпитализировали в больницу. Сейчас территория оцеплена, на месте работает оперативно-следственная группа регионального департамента полиции. Причины инцидента выясняются.